avión de Colombia. Повторяю, пожарный avión de Colombia. Таких. Ну же!
7-7, поступила жалоба на неосторожное вождение. Нарушитель следовал на север. Патрулям в этом районе ответ. Сообщите подробности. Митича. Я тут рядом, подключайте меня. Почему-то не рады. Делиться. Пока. Высылайте подкрепление. Срочно. Экипаж выведен из строя. Кира, 10. Это Зулу 5-1. Доложите обстановку. Без изменений. Нарушитель пытается скрыться. Патрульными. Внимание всем!
В момент потери контакта код 6 двигался на восток. Оцепляем район к востоку от точки. Код 6 сохранен. Диспетчер, это право 2-2. Вызывайте 10-8-5. Я один в районе. Чарли 3 на связи. Никаких следов вообще. А у вас что нового?
средства. Попытка скрыться с места ДТП. Нарушитель следовал на юг. Всем экипажам, не занятым на срочных вызовах, приготовиться. Прошу сообщить подробности. Нарушитель на красном корвете. По этому вызову у нас ничего нет. Совсем. Хотя, секунду, так, сейчас. Нет ничего, выслай информацию. Начинается. Что-то рвануло под капотом. Нет, все, я пас. Машину придется менять. Последний раз код 6 ехал на север. Выезды из района будут перекрыты. Только не это. Гони вперед! Ура! Не сбавляй скорость! Нужно оторваться от копов. Нужно разделиться. Пока. Внимание! Прежде чем скрыться, нарушитель следовал назад. Начинаем оцепление района. Передаю вызов на пост 2. Диспетчер, вас понял. Это Чарли 3. Со мной четверо. Выставили заграждение к северо-востоку от последнего 2-0. У нас код 6. Возможно, группа. Идет погоня. 7, 10, 8. Следовать в район и ждать сигнала. Какой шустрый. Берем его в коробочку. Прием. Нужны новые машины. У нас один выбыл. С-14. Продолжаю погоню. Четыре Эхо-14. Это Зулу-5-1. Доложите обстановку. Все как и было, и это надолго. Он решил
срезать через парк, прямо по аллее. Что-то рвануло под капотом. Нет, все, я пас, машину придется менять. Право 2-4. Мы здесь. Остановитесь, и мы начнем от эту добровольную сдачу. В ваших обстоятельствах это лучшее решение. Отцепляйте район. Как сквозь землю провалился. Внимание. Прежде чем скрыться, нарушитель следовал назад. Отцепляем район к востоку от точки. Код 6 сохранен. Диспетчер, вижу код 6. Продолжаем погоню. Он врезался. Осторожнее. Ой-ё, он развернулся обратно. Собирается проскочить мимо. Автомобиль преследуемого столкнулся с моим. Последний раз объект ехал на восток. Код 6 сохранен. Свяжитесь с постом 2 для получения схемы оцепления. Уточните координаты точки и выезжайте по первому сигналу. Сир-1, к востоку от района. Никаких следов.